Плюс Венгрия отказалась участвовать в этом соглашении по тому, чтобы деньги, собранные Европейским Союзом, 2 миллиарда долларов, евро для того, чтобы сделать закупку на 1 миллион тонн снарядов для того, чтобы Украина могла отражать российскую агрессию. Вот, правильно там написал ли там в комментариях по этому поводу, что там они 10 миллионов, типа там их вклад евро на другие цели говорят, чтобы задействовать. Так поехали бы в Бахмут, он тут же Орбан там и этот самый его министр иностранных дел, да, попробовали бы там посмотреть, как это мирно все можно с Московией там делать. Поэтому это реальная война, тяжелейшая война. Другое дело, что надо вещи называть своими именами, не надо назвать, что это война против Российской Федерации, Беларуси, Ирана. Вот так надо называть. И тогда будет более-менее как-то все понятно, и тогда соответствующие должны быть решения приняты. Но пока Зеленский, понятно, что они понимают, что если они скажут, что война, тогда наступают другие для всех последствия. В том числе и для Зеленского, и для Ермака, и для Шмигаля, и для «Слуг народа», и Стафейчука, и для Верещук, Резникова и прочих, прочих. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что визит Си Цзиньпина в Москву он серьезнейшим образом обострил мировую ситуацию, поскольку практически Си Цзиньпин бросил вызов развитым государствам, так или иначе, по поводу того, что Си Цзиньпин открыто поддержал Путина и его геноцидно-террористическую агрессию в Украину. Он поддержал убийцу, реально, он поддержал убийцу, против которого выдан ордер на его арест. Притом убийцу и похитителя десятков тысяч детей. Это ж не шуточки. То есть Си Цзиньпин показал, что он тоже такой же убийца и подельник, и разбойник, как и Путин. Вот это уже можно точно сказать. В эти дни, когда... То есть он сам себя, так сказать, посадил в одну выгребную кровавую яму вместе с этим конвейерным убийцем Путина. Си Цзиньпин тоже ж такой же, он же ничем не лучше, абсолютно. Просто более хитрый. Вот. Но эта хитрость, она ж уже... Дракон есть дракон, там, желтый дракон, красный дракон, это ж не имеет значения. Это обыкновенные дети сатаны, что ж тут непонятного. Что очень важно в этой связи? Китай встал, коммунистический Китай, бандитско-триадный, стал на сторону уже Путина. А почему? Потому что во время встречи он там его дорогим товарищем называл, другом и так далее, поддержал пятый поход Путина на президентство в следующем году. И сказал, что он практически уверен, что Путин станет президентом еще на срок, и они будут вместе там типа и дальше грабить, убивать людей в мире, и вместе будут строить диктатуру мировую, прикрываясь словоблудием. Поэтому Си Цзиньпин полностью объединился с московским режимом. Тут не должно быть никаких... Блинкин правильно сегодня, госсекретарь США, сказал, что тут никаких иллюзий питать нельзя. Поэтому, что важно еще? Конечно, сейчас у Китая сложная ситуация. Вот, 22-й год для него был очень тяжелым. Он рассчитывает, что 23-й будет лучше по экономике и по прочим делам. Так они думают. Но, конечно, не шуточки, ВВП, они вторые в мире, достигает, в 2022 году достиг 17,7 триллиона долларов. Это большая сумма, это очень большая сумма. Вот, и сейчас тоже у них наблюдается такое оживление, вот они отменили все эти запреты, которые были в 2020-2021 годах. То есть в Китае поднимается активность. Что еще важно для нас в этом плане? То, что по сути Китай, Российская Федерация, Саудовская Аравия и Иран создали единую коалицию.
И для того же, скажем, Китая очень важно, что в этой коалиции находятся три страны нефтеэкспортера. Крупнейших это Саудовская Аравия, это Российская Федерация. По импорту нефти в Китай Российская Федерация вышла, даже обогнала сейчас Саудовскую Аравию, вышла в этом году уже в феврале вот на первое место. Где-то они поставляют там 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть это очень серьезный показатель. Ну, естественно, теперь Иран у них есть тоже по нефти и газу, плюс это их газопровод, «Сила Сибири» или как там она называется. Вторую трубу они сейчас там делают, увеличат его тоже экспортную. Это объем экспорта, плюс у них Туркменистан много очень тоже на них задействован, то есть Иран связан, они все повязаны, они все вместе повязаны очень серьезно. То есть это, конечно, мощнейшая уже теперь коалиция, и практически по нефти и газу они, конечно, закроют вот эти страны, плюс добавьте к этому Объединенные Эмираты, плюс Кувейт. То есть есть так называемые сателлиты Саудовской Аравии. Поэтому важнейший вопрос следующий. Это будет ли Китай поставлять оружие Российской Федерации? Появилась информация, что он и так поставляет. И снаряды поставляет, и дроны он больше чем на 12 миллионов поставил долларов. То есть Китай реально поставляет и полупроводники, и другую технически сложную продукцию, он поставляет Путину, путинской Московии. То есть он поддерживает военную агрессию Российской Федерации против Украины и ведет антиукраинскую деятельность подрывную. Они называют Украину сателлитом США. Какой сателлит, слышите? Ну что ж, Украина ничего ж такого не делает. Она просто хочет отстоять свою территорию, ни более, ни менее. Но это называют, то есть тот, кто хочет отстоять территорию, он является сателлитом, понимаете? А ведутся разговоры, Индия так себя тоже похабно ведет, этот Моди, что типа вот был Ирак когда-то, тоже никто не осудил Соединенные Штаты. Ну при чем тут Ирак? Ну с больной головы на здоровую. Украина отражает агрессию. В Украине Российская Федерация напала грязно, вероломно на Украину. Украла 18% территории. Ну при чем тут Ирак, где стоял диктатор, убийца этот Хусейн, который убивал своих же, который там гражданская война в середине общества была. Там вообще были полностью, это он тиран был. Он своих противников, они заводили в специальный бассейн с азотной кислотой, и он смотрел, как они там растворяются. Представляете, какие-то цепи использовали специальные. То есть это садист, убийца этот Хусейн. Поэтому, ну при чем тут Ирак к Украине? Талибан какой-то вшивый выступил, который возглавляет мировой картель по этим всем запрещенным веществам наркотическим, ну слышите, который там фактически преследование идет женщин, девушек, запретили молодым людям, это женщинам и девушкам учиться и в школах, и в университеты поступать, ну какие-то уроды, обезьяны, гамадрилы захватили власть благодаря тем же Пакистану и США. Они этот Талибан вырастили, этих думали, что это будет антисоветская структура. КГБ внедрило туда своих людей, так же как в Иране они это сделали. И таким образом сегодня Талибан уже нормально, все классная структура, которая поддерживает Путина, а Путин поддерживает Талибан. Вот и все. В чем тут проблема? Тут же Талибан выступил против уголовного преследования этого самого Путина. Слышите? Ирак, Афганистан. Ну при чем тут одно к другому? То есть это просто глупость. Это просто работают спецслужбы Московии путинские, чтобы попытаться сбить формирование единого фронта против Путина.
и подготовки его ареста. Это понятно, что он не избежит этого. Син Цзиньпин — это его союзник, это уже теперь четко видно, он там начал что-то там, ну, назвать Украину вассалом США, это вообще безобразие, кто-то там из МИДа назвал. Плюс они очень перепуганы Тайванем, и поэтому, то есть, тут Верещук какое-то интервью кому-то давала, и такое что-то там наговорила, что ждет, типа, Зеленский, звонка Син Цзиньпина, это какой-то вообще такая глупость какая-то. Какого звонка, какой этого самого, как он называется, этого, как его, Син Цзиньпина, чего он придет. То есть практически надо говорить про то, что на сегодняшний день мы видим, что не будет. То есть уже говорить Зеленскому, Украине, и Зеленскому от имени Украины, Син Цзиньпинам не о чем. Потому что речь может только идти о чем? Это о том, что Россия агрессор, Путин, и они должны вывести свои войска. Путин выводить войска не будет. Син Цзиньпин поддержал его, заявил, что надо мирным. Что мирным путем? Правильно Блинкин сказал. Это Путин отдышится и, так сказать, опять начнет, соберется силами. Тот же Китай ему тогда даст оружие, Иран и Северная Корея. И он опять нападет на Украину или на кого-то еще. Все что-то понимают. Он остановиться не может. Поэтому какой мир? На фронте тяжелейшая, конечно, ситуация. И в Бахмуте, и в Авдеевке. Они атакуют московиты, и Украина держит удар, но ситуация плохая, прямо скажем. Так вот, делаем выводы. Что еще произошло? Вот как, вот это очень важно. То есть вдруг, ну не вдруг, это видно же было все договорено, но никто как бы про это не знал. Это то, что приехал в Киев абсолютно неожиданно для всех, ну, большинства. Фумио Кисида, премьер-министр Японии. Это последний лидер семерки самых крупных государств мира, который приехал в Украину. И, и таким образом фактически. Дело в том, что в Хиросиме в конце мая, там 20-х числах мая, будет заседание семерки. И Япония там принимает семерку. Он прилетел, он был в Индии, перед этим он в Токио встречался с Шольцем, они поддержали Украину серьезно. Он прилетел в Индию, считалось, что он с Индии полетит в Токио, и вдруг он прилетел в Польшу, из Польши приехал в Украину. Это чрезвычайно серьезный визит. Впервые с Японии приехал премьер-министр, посетил воюющую страну после вот Второй мировой войны, вообще такого не было. Заявлено о абсолютной поддержке со стороны Японии Украины, ее действий. Заявила очень решительно Япония, что Путина надо задержать, арестовать и так далее. То есть Япония взяла на себя уже очень такую, как бы, серьезную миссию с точки зрения того, что она будет поддерживать Украину. И в этой связи очень важно, что произошла такая вещь интересная. Это было, ну, сегодня, в преддверии визита премьер-министра Японии в Украину, над Японским морем 7 часов кружили российские бомбардировщики. Минобороны сообщила РФ, два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России в сопровождении истребителей провели патрулирование 7 часов над нейтральными водами акватории Японского моря. Ну, РФ назвала это типа, что плановые полеты и так далее, 7 часов. Это же сколько бабла надо было потратить, когда пол России лежит, фактически это выгребная яма, если не больше.
А в то же время это все понимают, что это Запад расценил это как сигнал Кремлю, связанный с визитом премьер-министра Фумио Кисиды в Украину. Ну и понятное дело, что по сути сейчас приведет к очень серьезному обострению отношений Украины с Китаем. Видимо, уже на повестке дня. Сейчас вот посмотрим, чем окончательно как бы все пройдет, что тут будет с Цзиньпином этим. И у меня такой прогноз, что Украина сейчас установит дипломатические отношения с Тайванем и признает его как государство. Вот, я думаю, это будет очень правильно. И будет требовать восстановления статуса члена Совета Безопасности Тайваня как легитимного государства вместо коммунистического диктаторского Китая. То есть они же нелегитимные. Это Мао Цзэдун, это был нелегитимный лидер. Это была захваченная власть. Это разбойник, сельскохозяйственный бандит, разбойник. Вот и все. Надо прямо говорить. Если бы не Сталин, там никогда бы ни в Северной Корее, не была бы Корея поделена, и не было бы этого Мао Цзэдуна. Это все просто благодаря, конечно, вот этому Джугашвили, который создал вот этих монстров. Это его линия коммунистического, большевистского, кагибистского, энкавидистского этого образования под названием Советский Союз. Вот, поэтому сейчас многие вещи возвращаются. И если у США средства, чтобы, так сказать, нейтрализовать Китай, я считаю, что есть, и это не секрет. Сейчас будет ФБР уже неоднократно про это говорила, о характере и природе того явления, которое мир был подвержен тяжелейшим испытаниям в 19-20 годах, прошу прощения, 20-21 годах. И Байден дал указание рассекретить все материалы о том, как, откуда взялась эта, так сказать, вещь.